Ставим зарубки. Ну? Что происходит? Ты поклоняешься? Я как понимаю, это скандинавы. Скандинавская мифология здесь будет, наверное. Это же викинг. Германец. Или как? Франки. Нет, нет. Немцы, как их по-другому-то называли? Так, замахнуть лезвие. Да. Так. Ну, неплохо бьет. Вау! Срубил березу. Да. Шашлыки-то идут делать. Ну, металл у меня есть. Уже хорошо. Опа. Ни хрена себе. А, кстати, так же захернуть так. Легко и просто так грациозно даже так закинул. Так. Развязалось? Или так и должно быть? Наручные. Повязки. Господи, как ты не мерзнешь? Я как понимаю, что-то типа осени, да, там? Опа, опа. Я нашел. О, сын. Молодец, что нашел. Садись в лодку. Какие-то испарения происходят вокруг. Я так понимаю, что эта игра была первоначально на Sony PlayStation, наверное. И там-то графа была гораздо лучше. Ни хрена я мутант. Ешь твою мать-то. Да я из Арнольда могу пирожков наделать, накатать. Потому что дерево-то не было гнилым. Так. Надо привязать его к лодке? Да, сейчас. Или все-таки гнилое немного? Нет. А, оно все понял, оно хоть и большое, но без веток наверху. Все, никуда не денется. Уже хватит. Нормуль. Что, гребсти надо? Ну давай. Так. Ни хрена себе. Что? Что-то изменилось? Лес стал каким-то другим. Все изменилось, мальчик. Ты поменьше об этом думай. Ладно. Так. Проходим через пещеру. Свет. Это какие-то... Не понимаю, то ли воспоминания какое-то. То ли что. Ну-ка, давайте посмотрим графику. Может, лучше уже и не будет. Да, надо как-то, не знаю, благотворительность, что ли, сделать визуальный кошелек, чтобы комп на прокачку поставить, насобирать и прокачать. Да, то моя видеокарта, боюсь, уже недолго осталась. И не будет уже, хотя она уже, наверное, современная, может, и не потянет. Прокачивать все. Ну, вот так вот. Но, тем не менее, у меня еще старые игры есть, которые я все-таки намереваюсь использовать. Кстати, зацените у него топор. Красивый. Но у меня есть нож тоже. Хороший такой. Я тоже там, как бы, придаток викинга буду тогда. Это последнее. Викинги. Кстати, у викингов нет вот кельтский узор это. Кто бы знал. Точно не могу сейчас сказать. Видите, как бы руны вырезаны он. Что там, мать? С
Свечи катают из воска. Значит, уже хорошо. Не при лучинах живут, при свечах. Вон там я вижу маму. Вон там отца я вижу. Это загробный стишок их, не здесь молитва, кто она там. Вон они зовут меня. Уже с наколкой на шее. Такой молец, а уже с наколкой на шее. Вон они зовут меня. Что это? Приправу, что ли, какую-то? Что за чай бросил? Вон они зовут меня. Вон они зовут меня. Вон они зовут меня. Атрей. Атрей. Такое чувство, что на улице дождь. Батя, как ты вот этот чё ты там закрыл такой? Теперь что-то? Все. Топор так легко так опа как-то и туда его. Чтобы знать, как он у тебя там остается. Я уверен, что ты с ним еще и кувыркаться способен. Найди путь домой. Ты свободна. Путь домой. По ихним, как сказать, обрядам. Интересно, вообще зажигали, нет? А, нет, зажигали. Зажигали. Я помню точно, на кораблях, в ладью или что у них было, галера, нет. А хрен с ним, короче. На ихних кораблях, помню точно, сжигали вместе с кораблем. А иногда еще и живых вместе с ними. Чтоб вместе с ними уходили на тот свет. А как же их галерка-то называлась? Ладья, пирога. Нет. Дракар. Пока. Нет, опять не то. Ну ладно, забыл. Давайте смотреть, как он. Ронят. Похороны. Нечто подобное было в этом, дай бог памяти-то. Фильм «Космический рейнджер» или кто они там? Вторая часть. Когда с гребнем на голове-то умер. Хопа, перевязал со своей руки, хопа. Этот нож был ее. Теперь он твой. Вот. Охоте учила? Чему умела? Покажи. Сейчас? Да. Ну хоть почесть-то отдай матери-то. Жене-то, то есть, а потом уж докапывайся до сына. Даже попрощаться не дают. На кого идем? Ты идешь на оленя. Один. Куда? Туда, где есть олень. Все, понял. Ладно. Больше вопросов нет. Реально. Я не знаю. Блин, вот это мне нравится уже. Лишних вопросов вообще не задает. Че, куда идти? Просто. Почему именно сейчас? Я должен знать, что ты выдержишь дорогу. И пойдем в горы? Зависит от тебя. Вперед. Ну-ка. Минутку. Параметры. Экран. Скорость, эффект. Да блин, что у меня такое-то дополнительно? Максимальная производительность. Ну, вроде есть. Графика. Все высокое. А выше нету. Режим доступность. Блин. Ну-ка, игра.
Увлекать, так, обучение полное. Ну тут вроде все нормально, ничего. Так, что ты нашел? Следы. Подождите, сглаживание и размытие. Интересно, есть ли? Ну как. Тени. Так, нет, это все. Ага, стой. Тени. Тени там мне как раз. Ага, дальше никак. Ладно, фоторежим, доступность. Это значит никак не делаться. Где бы мне тебя? Камера, режим мыши, классика, так. Камера прицеливания. Так, все, так, боевая камера. Все, тут вроде нормально. Интерфейс спартанский. Не понимаю. Экран мы смотрели. Еще. Так, чтобы осмотреть, используйте для настройки параметров, нажмите. Нет. А, вот, что-то есть. Так, это что? Не так, слабо руническая атака. Сильная руническая атака. Это что, золотой щит, сияющий праведной славы Вальга? Ни хрена себе! Так, броня. Наручни. Так, наплечные, так. Прочная лента из толстой кожи и меха, дающие незначительную защиту от опасности леса. Нет. Перчатка. Так, кожа только защищает руки, но и скрывает мрачную тайну. Может быть. Ну вот, орехи, да, самое такое. Блестящий пояс изгнанника, пояс смерти, так, пояс из звериной шкуры, универсальный. Практичный. Защита 2. Вот, а сейчас у меня где он? Вот, стоит. Уровень 1. Так, сила, защита, удача. Вы надели броню с гнездом для чар. Ставить чары можно только свободное гнездо. Так, это вот. Ага. Экипированные брони или талисмана чары повышают характеристики или дают новые способности, когда экипировано. Некоторые виды брони оснащены 3 гнездами для чар. Чтобы выбрать гнездо, на этой броне нажмите H. Все понятно. Ну, H. Задействуйте курсор на пустом гнезде. Из числа доступных. Так. А куда мне тут тыкать-то надо? Так, символ недоступности. Вы успешно улучшили эту броню с помощью чар. Другие чары вы можете найти во время своих путешествий или купить в лавке гномов. Ну ладно. Символ неотступности. Так, сияющий эльфийский. Так, это что? Сверкающий, изготовленный светлыми эльфами. Милость Путина. Путника. Ладно. Так, у меня вот это, да, стоит? А, вот он. Уникальный щит, подаренный Кратосу. Так. Так.
Только цвет меняется, ты больше ничего не меняешь. Ладно. Чё это у меня такое? Так, обычно так, предмет. Вековая удача. Это, а он куда вставляется? Где он? Память о покойной жене. Так. Тут у меня что? Левиафан. Господи. Так, это что такое? Удерживайте, чтобы провести сокрушительным топором, наносящий огромный урон. Ага, так, это... Чтобы провести атаку топором, многократно поражающий, блокирующий врагов. Неплохо. Чтобы провести мощно так. Так, замораживающий более слабых из них. Ни хрена тут можно подраскачиваться-то. Так, а... где тут опыта надо 500, а по деньгам надо, за денежку. Ладно, потом посмотрим. У меня сейчас так все равно ничего нету. Так, броня. Перчатка смерти. Так, блин, не то нажимаю, что ли, или что? Куда тут надо-то? А, вот так вот надо. Так. Так. Понятно. Не понимаю. Ну ладно, пойдем. Вау. Стой. Посмотрю, что впереди. Я что-то нашел. Потери, находки, новый набор артефактов, потерянные игрушки. Одна из четырех удержите, чтобы открыть журнал. Не понял. Так, минутку. Все-таки, так, нет, 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 параметры. Не то. Минутку. Все, блин, так это настройка того интерфейс. Да, это не тот. Камера. Все-таки надо. Так, мир можно найти немного ценных, так, рубленое серебро. А вон оно как действует. Кратос, артефактов найдено. Все, понял, как эта штука все это действует. Гляди, ты пропустил. Ха, похоже. Но это не олень. Видишь? Копыта пошире. Кабан? Горный козел? Да, мать тебя обучила. Да. Не убежал. Так, подожди. Экран. Нет. Графика.
Нет. Фоторежим, я даже не знаю. Команда управления, так. Блин, близкий. Так. Нет, нет, нет. Тут. Все-таки так. Будем смотреть. Он что-то пропустил. Я-то не пропускал ничего. Стой, 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 стой. Я еще что-то нашел. Рубленное серебро. Блин. А что я тут могу еще-то сделать? Так, это я отсюда пришел. Так, тайники есть? Куда я не могу пройти? Так. Он не прыгает. Но мы собрали какую-то штуку. Пусть и будет рубленое серебро. Хоть два раза. Так, что у меня там? 12 золота, 703 серебра. Выбрано. Так. Не понимаю. Чего-то там не хватает, что ли? Давай, давай. Еще следы. Да, но круглые. Наверное, дикий кабан. Хорошо. Ой, что теперь? Что теперь? Чего ты у меня спрашиваешь, что теперь? Я ж тебе доверил охоту. Оп. Я перепрыгнул. А ты? Оп. Оп, молоток. О. Следы оленя свежие. Сюда. Подожди немножко. Ты спешишь, малец. Вон он, вон он. Нашел. Помедленней. Прости. Ты охотишься, а не бежишь на перегонки. Да, отец. Вот так. Мир-то хоть и большой, но я так думаю, он что-то уж больно на линейный похож. Как этот Халва 2. Вроде бы и большой, но такая линейка. Так, еще рубленое серебро. Сила 1, господи, что же у меня будет, когда сил до хрена будет? На! Забрал варварский способ. Хотя, ну, я и есть варвар. Способ у меня такой же. Варварский.
Так. Смогу ли я туда допрыгнуть? Нет. Самоубийством он не страдает. Он сломал мост. Как же нам перебраться? Отойди. Так. Но чтобы прицелиться, удерживайте Z. Что он не действует? Так, чтобы бросить топор, нажмите. Вот так. Иди. Что тут было? Ни хрена, топор обратно. Это я прочитал, когда там настраивал. Перепрыгнул. Вот же он. Стой. Тихо, что тихо, ты тихо. Делаешь? Ты же его спугнул. Будешь стрелять? Будешь стрелять, когда я тебе скажу. Извини меня. Не извиняйся. Стань лучше. Ищи его. Он суровый батя-то. Я сказал, ищи. Идет малыш. Еще и лук у него забрал. Мы вообще малого без ни хрена. Что ты? Ты не батя, ты изубер. Так. Ой, ну-ка назад. Нет, все. Местность такая себе, я вам скажу. Что за пожары тут? Мой лук! Нет, ты не готов! Назад! Для слабой атаки, для сильной атаки. На. Папа, ну давай. Да. Вот так. Да. Где еще? Вот так. Порубал. Чтобы поставить блок, удерживайте Q. Да. Тихо. Да. Да. Да, еще раз. Назад, развернись. Подожди, это наши первые пути. Блин, кто там с мечами закончил? Я опять на мечи вышел. На. Это тяжело игра идет, конечно. Я как понимаю, у меня просто комп не может графу переработать нормально. Они раньше не подходили к нашему лесу. Иди дальше. Ты. Удерживаем. Что-то. Ну еще немножко. Где ты? Сюда. Так.
А я не могу топор, кстати, подобрать? На переплавку там что-нибудь. Нет. Не могу, ребята. Чтобы восстановить здоровье. Ну, я так и понял, что это здоровье зеленым, потому что отражается как моя жизненная энергетика. Ну-ка, давай посмотрим. Олень пошел туда. Я вижу следы. Я знаю. Я тебе, или конечно, верю. Разве могут быть сомнения? Так. Давай сюда дойдем. Что у нас здесь? Не копает? Заблудились? Нет. Ни в коем разе. Так. Нет. Я так чувствую, это просто еще один путь, и тут можно будет потом сходить туда. Я думаю, что это именно так. Так. Подожди. Взял. С края не сорвись. Туда спустился бы я, получается. И он туда бы мог прийти. Ладно. Пойдем. Так, сундук я взял. Опа. Сила 5. А как мне перекинуться на мальца? Навыки 47, господи. Цели. Спуститесь вниз по реке, поохотитесь вместе, так. Кодекс, ничего, ресурсы. Древнейшие. Так, ладно. Недоступных предметов, недоступных предметов. Как? Сейчас, минутку, подожди. Я только посмотрю, что здесь. Какая-то небольшая усыпальница. А нам сюда можно? Вау! Я тут вообще сейчас все расхреначу. За деньги-то. И давай еще раз. Снято печати. Тут ничего нет такого.
под лестницей. Подожди. Все, давай назад. Давай, открывай. Так, легендарный прием. Так, мы нашли это яблок Уин, необходимых для увеличения максимального здоровья. Яблоки Ин являются любящей пищей богов. 9 таких яблок, спрятанные в сундуках, запертых с помощью магии. Каждые 3 из них повышают максимальное здоровье Кратоса. Так, но... Знаете, что-то напоминает? Dark Souls of Sealed. Играл давичи. И вот там тоже... Так, теперь я понимаю, что мне надо в другую сторону. Dark Souls я играл давичи. И получается, там тоже собирал черепа, которые увеличивали мои жизни. Что они там еще делали? А, броню какую-то там давали, как это... Точно не могу уже вспомнить. Броню без, если не ошибаюсь. Может быть, вот так вот. Вот как сказать, Так, а мы сюда-то ходили. За каким, не помнишь? Так. Подожди. Жди. Погнали. Так, подожди, малой. Жукаты. Еще немножко. Спустимся вниз. Ты на мне? Охренеть. Ладно. Берегись сзади! Да тише ты. Блин. Давай. На, первый есть. Они есть хотели. Что? Да я их не осуждаю. Они есть хотели. Да, это наверняка. Так, что у нас еще там? Так, бешеный зверь. Драгун. Бешеный волк. Так, мама говорила, что драгуры это павшие воины, душ которых прямо хотят продолжить бой. Они отбивают от валькирий, которые приходят за ними и вселяются в собственные мертвые тела, превращая их в нечто совершенно иное. Потом бродят по свету и нападают на всех, кого угодят. Еще мама рассказывала, что драгуры могут менять форму и размер своих тел. Иногда еще и обретают особые способности. Ни хрена себе. Так, ну а волк у нас, мне всегда нравились волки. Но это бросается на... Так, знаете, бросается на нас, как только увидят. Может быть, они бешеные, а может, просто считают нас пищей. Я понимаю, убить или быть убитым, но они по-своему красивы. Мне немного жалко их убивать. Надеюсь, папа этого не прочитает. Да, они действительно красивые. И, кстати, там мифология была, как два волка охотились за луной, которую хотели съесть. Так. Вот она. Давай, открываем. Что у нас здесь? Еще что-то. Он не может это использовать. Мы можем. А, так я могилы расхищаю. Вот оно что. Понятненько. Так, ладно, сын. Пойдем. Вперед. Ни хрена себе. Даже ногами не помогаю. Ну, мощь. Учитывая, как я бревно нес, я теперь ничему не удивляюсь.
Так. Бежим, бежим, бежим. Нам сюда. Да ёж твою мать. Вот так вот, кстати, по лесу. Да стой ты. По лесу бежишь. О, клещей себя вытаскиваешь нахрен. Что у тебя с одеждой? Все же нормально было. Давай. Сейчас с оленем будем драться. Да? Так. Опа. Все, назад. Куда? Что это за топор у меня такой? Вот он. Пошел в старый храм, но мама запретила туда ходить. Мы делаем, что хотим. Оправданий не нужно. Так, я туда не могу пройти, только, блин, олень-то прошел. А я не могу, да? Да тише, что ты тебя так колбасит? Ну-ка. Давай, давай, заходи. Вот. Вот. Теперь вернешь мне лук? А ты отсюда попадешь? Не знаю. Подойдем ближе. Разумно. Так. Что у нас тут есть? Огонь горит. Кто зажег огонь? В храме. Я много раз охотился с мамой. А ты меня никогда не брал. Почему же теперь? Она так хотела, и так пришла пора. Ясно. Ладно. Сюда, сюда, сюда. А ничего. Смотри, не предвещает беды. Так. В бою над врагом, который получил урон или был выбран целью Кратоса, отображается шкала здоровья. Да. Подожди. На, подожди, вот на тебе. Уж точно не читал он мне. По крайней мере, вот в таком количестве. Так. А, так вы еще что, восстаете или что? На. О, так и обратно тоже он действует так же. Уроном. Подожди. На! Так. Откуда ты? Ворота должны открываться. Открываются. Закрываются обратно. Что делать? Сейчас подумаем, подожди. Что делать, что делать? Уровень член предел. Подожди маленько. Вот ты-то вообще должен вот здесь вот проходить. Не надо мне тут. Так.
Как-то это должно открываться. Так, минутку. Вот какая-то хронология должна быть. Хронос какой-то. Факелы зажечь. Смотри наверх. Так, ладно. Так. Так. Ага. Давай, 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 все. На. Ее заморозил. Хитро. Хитро. Сам придумал. Вот так вот. И это открылось. Берем. Конечно, берем. То ли девочка, то ли виденье. Так, мы взяли кучу денег. Я даже не знаю, что мы можем на них купить. Так. Броня, навыки. Я так понимаю, в навыках, да, дело все? Нет. Значит, в броне. Это больше. Это больше. Так. Поношен. Вековая удача. Нет. Как вот переделаться на пацаната? Да. Не знаю. Вау. Ой, тихо, 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 тихо. Древняя рукоятка. Простая рукоятка для топора. А, я понял, где у меня штопор-то там. Так. Вот так. Ух ты! Что, ух ты? Все благодаря мне. Хоть ухай, хоть не ухай. Так. Все верно, нам в ту сторону, куда ты сказал. Полезли. Просто неохота возвращаться по 10 раз. Так, мы сюда еще придем. Так. А как эти камни можно убрать? Упало. И что-то там появилось. Получено так. Я тебя могу взять? Нет, ну-ка минутку тогда. Вот так.
Так, так, так. Бум. Так, полдела сделано. Открываем. Заходим. Ну, это уже какое-то собирательство, ну, по крайней мере, давайте пока, я так думаю, все будет очень дорого, раз у меня в таком количестве сейчас, в самом начале, собирается серебро. Я думаю, где-то что-то будет очень дорогое. На! На! Что там еще есть? Сейчас, подожди, сынок, посмотрим. Опа. Так. Это я сверху видел. Сын, что там? Сюда. Смотри, это с Коли Хати, волки, преследующие солнце и луну. Вот, я говорил же, волки, которые это... Как попали на небо? С Коли Хати. И что будет в конце? Они съедят солнце и луну, и все передерутся? Ну, что-то типа такого, так, новый миф. Давайте. Награда при завершении шести. Так, каждое святилище хранит историю легендарного великана. Ага, так. Уходя, великаны оставили святилища, которые хранят их историю, похожие сказки. И мне рассказывала мама. Мне они очень нравились. Интересно, сколько святилищ мы сможем найти. Награды у меня так сейчас вот мало и, конечно, интересует. Меня больше, чем миф. Просьба. Так, страны активные. Активные. Так, это просьбы. Посмотрим подвиги. Так, волка, так, убивающий этих странных, тщательно осматривая земли, по которым вы путешествуете, советую в том, как с ними бороться, вы найдете в бестиарии. Волкодав, так, упокоитель драгунов, ищите этих воинственных мертвецов, тщательно осматривая земли, так. Так, не понял, карты сокровищ. Артефакты. Потери и находки. Мы нашли эту игрушку рядом с домом. У меня уже была такая, по-моему, это часть какого-то набора. Если мы соберем их полностью, он может оказаться ценным. Кодекс. Скедель и Хатти. Волки-великаны. Скедель охотится за солнцем, Хатти за луной. Что будет, когда они настигнут добычу? Великая битва. Один Тор, мировой змей. Возможно ли это? Кстати, да, вот... Так, это уже все неинтересно. Так, ты добавлена легенда. А, ну вот это мы уже, да. Параметры. Эмма. Все. На волков мы посмотрели. Так, откуда я знаю это? Ну, потому что я читаю книги, увлекался древней мифологией, не знаю, как назовите, как угодно, скандинавской мифологией. Потому что мифы древних славян. Кстати, вот видите, у него этот Омега. У меня так татуха такая же. Тоже Омега. Поэтому вот я первую, наверное, очередь из-за него и начал играть. Хотя нет, сомневаюсь, конечно, что из-за него. Так, нам спускаться надо будет. Сын. Так. Нет, эти ничего не дадут. Вот все, что можно было упасть, разрушиться, разрушилось и упало.
Ну так-то да, собирательство. Ну пока надо. Я просто даже не знаю, что тут будет и чем это все закончится. Я даже не видел, как в нее играют. Просто набрал про викингов. Она еще мощнее оказалась. Мощный монстр, мощный. Но, тем не менее, я оказался мощнее. Вот тебе, получай! Сын. Да тише, тише, сынок. Я не боюсь тебя! Я уже видел, что ты его не боишься, это факт. Тут спорить не стоит. Сын, посмотри! Посмотри на меня! Только что это за монстр, не знаю. Мы смогли. Конечно, смогли. Но ты не готов. Кто-то мои мандаринки тут ест, пока я... Что? Играю, да? Почему это? Я нашел оленя. Я доказал тебе. Почему не готов? Мы идем домой. Не знаю, я, кстати, батю сейчас тоже не понимаю маленько. Я не болел уже очень давно. И я смогу. Ты еще совсем не готов. Не знаю, мне кажется, завалить такого кабана даже в паре. И мы очень даже готовы. Я готов. Закрой свой рот. Да. Закрой свой рот. Домой в эту сторону. Ровы, батя. И ладно. Ой. Так, дети кеймандр. Похоже, тролля, с которым мы только что дрались, звали. Так, мама пугала меня сказками про него, чтобы я не уходил слишком далеко от дома. Думаю, она бы мной гордилась. А вот папа немного рассердился. Он говорит, что я еще не готов. Ну и что? Я только что помог ему убить тролля. Значит, я готов. Мама рассказала много сказок о подобных существах. Имя этого тролля означает торговец смертью. Думаю, его так назвали, потому что он был очень злой. Я рад, что мы его убили. Реально, блин. Охренеть. Так, мы тут никаких мулят не знаем, фишек. Может, тут где огонь, какая-нибудь штука есть. Так. Подождите, на месте поврежденного тролля мы что-то забрали. Давайте посмотрим, что у нас стало. У нас стало. Так, вот. Что у нас стало? Броня. Так. Ничего. Ладно. Хоп. Ни хрена себе. Можем. Так, это я, наверное, оставлял. Куда-то. Так. Ну давай. Так, под шкалой здоровья врага находится шкала оглушения. Быстро нанося удары за ударом, вы постепенно заполняете шкалу, поскольку этого врага враг будет оглушен. Возьмите его в захват, нажав. Так. Ну, захват мы уже знаем. Стрелы атаки голыми руками наносят больше урона и оглушения. Кратос переходит в рукопашную после броска топора или нажмите так один. На. На. Дебил, что ли? Он это портом возвращается. Так. Что мы тут имеем? Ни хрена себе. Да. Yeah.
Так. Ящики. Да. Еще к сыну полез. Так, сынок. Карта, так, новое место. Интересно, что за оно? Что за новое место? Так, найдем новое место. Так, Дискулесье. Это что такое? Я как-то могу это все это сундуки. Честно скажу, не знаю, что это такое. Если мы туда зайдем, что будет? А если не зайдем? Опа. Так. По идее, в таких играх на обратном пути монстры должны возвращаться. Иногда они чуть больше, иногда чуть сильнее. Да не туда, сын. Подожди, мы, видишь, что нашли, какую штуку. Все никак не откроешь двери. Тихо. Так, а почему я не могу открыть двери? Ага, закрыто. Что-то мне здесь надо, замок какой-то, что ли? Магия. Огонь, наверное, зажечь на факелах. А ну, кстати, по поводу огня, где-то я факел еще видел. Поэтому, возможно, придется зажигать. Зажги мой пульс. Давай. Хина. Подожди. Он что? Совсем что ли? Страх потеряли. Хотя, да, действительно, мы же идиоты. Порвал. Тихо. Так. Да. И немножечко так. Где ты? Вау, это кто такой? Топор не годится. Почему? Так, вижу. Попробуем руками. Да, блин, освободился еще не вовремя. Еще немножко. На. Ага, вон, я вижу нокаут, как у него хреначит. Я же говорил, лес изменился. А я говорил, закрой рот. Давайте посмотрим, что такое. Так, что это такое за существо? Оно похоже на разбойника, но говорит таким странным голосом. Таких не знает даже папа. Да. Ладно. Вот такие, смотрите, это кто-то тут что-то сажал. Так. Блин, все разгромлено, все разорено. Здесь что-то было. Да. Слазим. Ну как слазим? Сына поможет мне. Подопнет уж отца-то.
Так, сразу отмечены деревья, вернитесь домой. Так, мы открыли еще один проход, что ли, так получается? Понятненько. Так. Почему огненный тролль сжег мамин сад? А Драугар подошел так близко к жилью. И что это за ледяная тварь? Я не знаю. Теперь помолчи. Мы почти пришли. Так. Почти пришли. Почти, да не пришли. Так. На минутку ты подожди. Сюда. Опа. Нет, нет. Не получается. Ладно. Заходим. Это типа крыша такая, да? А, ну вот мы и дома. Целый круг он сделали. Иди в дом, сын. Нет, надо видяху. Что ж. Неплохо. Что это такое? А, точно, мы же мазь сжигали. Я уже забыл даже про нее, что она у нас вообще есть, существует, существовала, прошу прощения. Господи, из каких деревьев там крыша была создана? Сам дом даже из каких деревьев был создан? Это кошмар же. Интересно знать, ты кто такой, мужик? Что-то я тебя не помню в мифологии. Ну, ладно, посмотрим. Посмотрим, кто ты такой. Охренеть. Ну что ж, я думаю, на этом все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, оставляйте ваши комментарии. Увидимся в следующем видео. Пока.